Эрка, it's your first visit in Ufa as head coach of Slovat Juleyev. Эрка, это ваш первый визит в Уфу в качестве главного тренера Slovat Juleyev. Как вы можете описать свои чувства на данный момент? I feel very honored to be here. It's для меня большая честь быть здесь. Это большая честь для меня и для моей команды тренеров работать с уфимским клубом. Я ценю то, что в России и в Уфе много хороших школ и талантливых игроков. Чего вы ждете от двух следующих дней в Уфе? Конечно, мы собираемся познакомиться с людьми, с которыми нам предстоит работать. Мы посмотрим на тренировочные условия, раздевалки и прочие вещи, чтобы понимать, с чего мы стартуем в начале июля. С кем вы прилетели в Уфу? Я прилетел с двумя помощниками. Это Ханну Вирта и Ярма Койвиста, тренер по физподготовке. Это очень важно для него посмотреть, какие условия и оборудование мы здесь имеем, чтобы подготовиться к началу тренировочного процесса.